Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ по действующему каталогу Oriflame. На экране вы уже можете видеть следующий каталог. И давайте начнем. Первый заказ – это клиентский заказ. Туалетная водичка Elvi Firefly. У меня она когда-то была, здесь 50 мл. Аромат достаточно приятный, такой цветочно-водный аромат. Очень мне нравится. Я вам советую к покупке, кто любит свежий аромат, вы будете им очарованы. Сразу же хочу обратить ваше внимание для новичков, кто, может быть, смотрит мои видео, кто не является потребителем прямым продукции Oriflame, кто-то, может быть, думает и так далее. Обратите ваше внимание, что сейчас в компании проходит акция «Лето без границ». Если вы регистрируетесь в компанию Oriflame и, соответственно, в течение 72 часов оформите заказ на 1000 рублей или равно это 50 баллам, то вы можете в подарок получить туалетную воду Elvi Firefly бесплатно. Также у вас будет и бесплатная регистрация. Но можете поставить сейчас на паузу и почитать. Вот, очень хорошее предложение. Если кто-то думает, успейте им воспользоваться, потому что приятно всегда получать подарки, правильно? Я думаю, любая женщина не откажется от замечательной туалетной воды и действительно качественной продукции. Итак, давайте продолжим. Начнем мы с вами со средств по уходу за лицом. Это у нас гель для умывания Optimals Hydra Refreshing Gel Wash для всех типов кожи. Здесь у нас с вами 150 мл. Этот гель у меня уже был, он со скрабирующими частичками. Очень достойное средство. Сейчас на них очень хорошая скидка. Посмотрите в каталоге. Итак, следующее. Это крем для лица. Optimals Hydra Care для сухой и чувствительной кожи. Я, кстати, сразу хочу сказать, что камера у меня сегодня в подвижном состоянии. Дело в том, что у меня после отпуска сломался объектив на фотоаппарате. Он мне просто не выезжает, не выдвигается. Я его раскрутила, свой фотоаппарат. Кому интересно, сейчас покажу даже, в каком состоянии он находится. Вот в таком вот виде. Я сама его раскручивала. Ну, собственно говоря, вот буду дальше думать, как вытащить этот объектив и решить проблему. Итак, давайте продолжим про Oriflame. Значит, вот данный крем. Здесь 50 мл баночка. Она выполнена из стекла. Что мне нравится в компании Oriflame, так это то, что вся продукция запечатана. И я точно знаю, что до меня этим никто не пользовался. Вот, видите, все заслюдировано. Итак, давайте продолжим следующее, что у нас с вами есть. Так, поставлю здесь. Следующее, это новинка, масло для волос Тер, Body and Hair Oil. Ну, для сравнения вам, давайте положим мою ладошку. Ну, вот совсем маленькое это масло, но очень, надеюсь, эффективно. Я его брала исключительно как масло для волос. Давайте протестируем аромат. Наверняка вкусно пахнет. Так как я снимаю одной рукой, то второй пытаюсь, в общем-то, сегодня все открыть. Боюсь, что мне все-таки это не удастся. Нет, сейчас попробую другому. Так, одну секундочку. Очень хорошо, видать, так закрыто, что не открывается. Ну, в общем, ладно, не буду я открывать. Запах авокадо я знаю, так как у меня был такой крем для душа. Ну, надеюсь, что и это тоже вкусно пахнет. Так, следующее, что же было еще? Это у нас спрей для ног из серии Fit Up с эвкалиптом и мятой.
Я планировала сначала заказать две, но потом выяснилось, что у меня в запасе еще есть с апельсиновой водой, поэтому я взяла только один. Очень хорошее средство, освежает ноги, не натирается, соответственно, никаких мозолей тоже нет. Очень хорошее средство. И следующее, что также было, это скрабирующее мыло из серии Swedish Spa. Я люблю данное мыло. Использую его исключительно как скраб 2 раза в неделю. Очень мне оно нравится. И сейчас на него, кстати, очень хорошая скидка. Так что, кто любит такие вещи, обратите свое внимание. Следующее, что также было, это зубные пасты. Сейчас также идут со скидкой. Это Crystal White, отбеливающий OptiFresh System 8. Вот такая вот. Там, кстати, сейчас на все три пасты, по-моему, идут скидки, так что посмотрите. Может быть, ваша любимая паста сейчас со скидкой, и вы, возможно, ее тоже успеете заказать. Следующее, что также было. Так, ну и, в принципе, у меня остались не так много средств. Это мочалочка я себе заказала также. Так, и тут у меня уже пошли такие новиночки. Новиночки пошли. Их не очень много. Это гель для душа Мальдивы. Сейчас как раз открою, потому что у меня закончился гель для душа. И я честно признаюсь, вот в поездке закончился, мне пришлось воспользоваться. У меня оставался шампунь, который новенький, там с маслом зеленым, ой, с зеленым чаем и с личи. Причем оставалось его ровно на один раз. В общем, я воспользовалась им. И хочу сказать, что вообще универсальные средства в компании Oriflame. То есть вся продукция хорошо пенится. И, в общем-то, достаточно хорошо воздействует на кожу. И тело, и головы. Итак, я уже открыла гель для душа. Очень приятненько пахнет. У меня вообще какой-то аромат, знаете, маракуйи и ананасов. Вот, но здесь ананас как раз-таки нарисован. Вот такой вот гель для душа. И также к нему вот такое вот мыльце из серии Discover. Ну, оно такое же стандартное, как и все остальные мыла серии Discover. Открывать пока не буду. И давайте посмотрим, что же было следующим. Следующим была новинка, по-моему, предыдущего каталога. Это у нас жидкая. Как же я забыла, короче, как называется. Смысл в том, что не корректор, а. Ну, в общем, смысл в том, что это такая штука. Я забыла, честно. А, хайлайтер. В общем, вот. Просто хайлайтер. Я забыла это слово. Ну, ладно. Бывает. Вот такое вот маленькое средство. Вот такое вот маленькое средство. Совсем. И вот оно, как мой указательный палец. Давайте его протестируем. Итак, опять я не могу открыть одной рукой. Это какой-то кошмар. Даже не знаю, что с этим делать. Вот, открылось. Пахнет достаточно, кстати, приятненько. Вот такой вот хайлайтер. Даже не знаю, на что. Давайте я просто вот, наверное, вот так нанесу на пальчик, потому что, честно, ну, просто нет возможности показать вам. Так. Вот вы можете видеть. Ну. Посмотрим, как будет себя вести данный хайлайтер. В принципе, он мне нравится. Это жидкий хайлайтер, поэтому, в принципе, наноситься он должен идеально. Но вы видите, да, как он переливается достаточно хорошо. Так, ну, это был предпоследний продукт.
И последний продукт, который я получила в подарок за доставку. То есть в компании Oriflame есть возможность. Значит, смысл в том, что если ты делаешь на определенную сумму заказ, то доставка у тебя будет бесплатная. Если меньше этой суммы, то вы будете оплачивать 200 рублей. У меня курьерская доставка, поэтому я плачу 200 рублей. И третий вариант, есть возможность не платить за доставку, а вместо этого выбрать продукт плата за доставку. И вот я выбрала такой вот замечательный товар, продукт для волос. Это у нас с вами разглаживающая сыворотка для непослушных волос. То, что я очень давно хотела, и сейчас я получила просто, честно говоря, я в шоке, потому что, ну, вот то, что ты хочешь, да, но не всегда получаешь вовремя, но все-таки получаешь то, что ты хочешь, просто неожиданно. И, честно говоря, я очень рада. Я сегодня хочу уже ее попробовать и обязательно вам потом расскажу об ее эффекте. Здесь всего 30 мл, выполнена баночка из стекла. Вот. Так, у меня садится батарейка на телефоне, но я постараюсь успеть вам еще показать продукты в следующем каталоге, который я планирую заказать. Итак, давайте начнем. А, кстати, я заказала еще пробнички двух туалетных водичек. Первая это Friends World for Her, и вторая это новинка следующего каталога On the Edge аромат. Что хочу сказать? Мне, в принципе, вот это вот Friends World for Her не очень понравился, потому что аромат достаточно цветочный, я такие не очень люблю, хотя потом он раскрывается и такой еле, знаете, еле такой легко уловимый, такой нежный, какой-то даже, может быть, где-то водный цветочный аромат, но все равно как-то мне он не очень понравился, в отличие от аромата On the Edge. On the Edge мне понравился больше, но я его еще буду тестировать и потом уже подумаю, возможно, я его приобрету. Здесь есть аккорды черной фиалки, кожа женственная, кожа написана, но это аккорд кожи и апельсина. Вообще, вот я люблю ароматы любые, где есть аккорд кожи, потому что это настолько интересный аромат, настолько он очень тонко раскрывается. И здесь есть описание, что значит дымные и древесные нотки. Я абсолютно соглашусь, и я именно чувствую вот эти вот какой-то дымный, такой вот обволакивающий, такой сладкий, древесный аромат. Очень мне он понравился. Но я его еще буду тестировать, пока не знаю. И давайте посмотрим, что же следующее. Следующее это у нас со скидкой будет щеточка для лица за 99 рублей. Я планирую ее приобрести. Так, следующее это пилочка четырехсторонняя для ногтей. Я тоже ее приобрету, она будет со скидкой аж 99 рублей. Минусуйте еще скидку представителя, то есть это очень выгодное предложение. Так, ну и шампунь, конечно, мне нужен, потому что у меня осталась уже одна бутылочка. И вот в следующем каталоге будет шампунь 2 в 1, авокадо и ромашка 500 миллилитров. Это то, что мне нужно, я планирую обязательно заказать. Продукт хороший, и хватает его совсем чуть-чуть, и потому что это средство очень хорошо пенится. Следующее это гель для душа «Знойная Танзания». Я планирую заказать тоже, так как геликами надо запасаться. Вот. И, ну, конечно же, я не смотрела еще Суперсемейку 2, но обязательно закажу себе шампунь для волос и тела в наборе. Вот такой вот замечательный наборчик. Ну, он, конечно, детский, но пахнет приятно, и почему бы и нет? Все мы в душе где-то дети. Так, ну, следующее. Наконец-то, наконец-то. В этом каталоге в действующем не было, кстати,
или было, я, честно говоря, не помню. Вот такое вот предложение вновь. Тонизирующее средство для умывания Oriflame. Я что хочу вам сказать? Я брала с собой в поездку данные средства. У меня сейчас тут вообще осталось на один раз. Это гель для умывания с витамином С. Потрясающее средство. Жалко, что только вот в таком вот объеме. Здесь сколько у нас? 50 миллилитров. Очень маленький объем. Но настолько это средство эффективное, я вам хочу сказать. Оно настолько увлажняет кожу. Мало того, оно еще идет со скрабирующими элементами. И эти скрабирующие элементы, они кожу не царапают. Никакого вреда не наносят. И это идеальный состав. Мне оно очень понравилось. Я планирую купить, может быть, даже сразу по две штучки. Но и это еще не все. Я хочу, у меня, к сожалению, нет бутылочки из-под крема, потому что я не стала ее вести, но хочу вам рассказать о креме. Крем очень приятно пахнет, очень быстро впитывается, и кожа, так как это у нас серия с витамином С, кожа настолько становится гладкой, забыла, как называется. В общем, кожа становится гладкой. И если у вас широкие поры, то они сужаются. Я такого мгновенного эффекта, честно, еще не видела. И настолько кожа становится увлажненной, это просто бомба. Более того, у меня сгорело лицо. Конечно же, я воспользовалась пантенолом, но после этого, так как закончился пантенол, пришлось пользоваться кремом этим. И крем настолько быстро впитался, то есть у меня лицо не жгло, никакого болевого эффекта не было. И этот крем вообще у меня пошел как вот Pantenol 2. И кто не пробовал еще эту серию, обязательно попробуйте. Я думаю, что вы будете довольны, потому что действительно свои функции она полностью выполняет и даже заменяет такие средства, да, известные как пантенол. И, в общем-то, станет вам хорошим и верным другом в любых поездках. Итак, что еще хочу сказать? Пользуясь, соответственно, возможностью рассказать про средства, которые помогают, да, от ожогов, я хочу вам рассказать об вот этом вот смягчающем бальзаме тоже из компании Oriflame. Это их фирменный товар. Я действительно в этот раз оценила этот продукт по-настоящему. Когда у меня закончился гель-крем из этой серии Optimals, я воспользовалась вот этим вот смягчающим бальзамом, но не конкретно вот этим с запахом корицы, а именно с основной линейкой, то есть которая запаха как такового не имеет. А в чем преимущество этого бальзама? Нанеся это средство именно на участок, где был ожог от солнца, данное средство достаточно быстро впиталось и сразу же, буквально в течение 5 минут прошел вот этот вот болевой шок, то есть уже когда одежда докасалась до этого участка тела, было не так больно, кожа не горела, и воспользовавшись данным бальзамом пару раз, у меня ожог прошел, и, соответственно, на этом месте остался загар, то есть кожа не слезала. Именно поэтому данный смягчающий бальзам навсегда поселится у меня. Ну, понятное дело, если будет заканчиваться, да, я буду снова приобретать данный товар, и он займет одно из первых мест в моей аптечке именно. Не косметички, а именно аптечки. Конечно, поначалу я его использовала как смягчающий бальзам для губ зимой, но теперь я знаю его свойства, действительно сильные стороны, и обязательно планирую его держать именно как
будем говорить, такое экстренный, да, доктор-спасатель именно в своей аптечке. Поэтому, кто еще не попробовал данный бальзамчик, я советую его вам приобрести. Ну и он, конечно, на все случаи жизни. Поэтому обязательно тестируйте, в общем-то, данный товар. Он заслуживает свое внимание. Давайте посмотрим, что же следующее я планирую заказать. И здесь мы с вами видим линейку из линейку Colorbox. Будут новинки, бальзамы для губ. И я планирую себе приобрести вот такой вот оттенок фуксии. Ну и, собственно, это, конечно, бюджетная линейка вся у них, Colorbox, но я хочу сказать, что продукты у них действительно достойные. Я вам хочу рассказать о помаде Colorbox Lipstick. Здесь у нас оттенок синамон, по-моему, это кофейный. Вот, здесь его уже не так много осталось. Вот такого вот он цвета. Я сейчас протестирую вам его и постараюсь показать. Вот так вот он выглядит. Он, конечно, немножко уходит в рыжину, но, в принципе, мне очень нравится цвет. Эта помадка бюджетная, она достаточно питательная, увлажняющая. На эффект на губах смотрится как эффект мокрых влажных губ. Вот, но она, конечно же, не стойкая. То есть, в принципе, ну, если вы будете кушать, но, ну, она у вас через час, конечно, сойдет. Хотя я наношу ее утром, когда иду на работу, и хочу вам сказать, что она у меня часа три держится однозначно, несмотря на то, что я пью кофе. Вот. Но при этом, собственно, почему я хочу вам рассказать, что бюджетная продукция компании Oriflame, это не значит, что это совсем дешево и плохо. Нет. Я вам хочу также показать из премиальной линейки бальзамчик Giordani Gold. Значит, это у нас с вами SPF 12, вот такой вот оттеночек. У меня здесь уже немножко осталось. Так вот, что хочется сказать про этот бальзам. Несмотря на то, что он из премиальной коллекции линейки Oriflame Giordani Gold, он оставляет на моих губах пленку. Он имеет шиммер. Тут даже есть, сейчас постараюсь вам показать. Он, в принципе, неплохой по своим свойствам. Он достаточно хорошо питает кожу, надолго ее питает, но при этом сходит он, конечно, не очень хорошо, потому что он въедается в кожу губ и оставляет пленку. Я это заметила практически постоянно, каждый день, потому что я им пользуюсь, когда я ухожу с работы, либо просто как дополнительный уход на где-то, да, там же на работе, допустим, или где-то в других местах. Вот. Этим он мне, конечно, не нравится. Поэтому, опять же, сравнивая премиальную линейку коллекции Oriflame и бюджетную линейку Oriflame, конечно, плюсы есть. Есть и плюсы, есть и минусы. Здесь, в данном случае, как я уже говорила, достаточно надолго питает кожу губ. Единственный минус, что недолго держится. Здесь оставляет пленку. Ну и, соответственно, цена у него не бюджетная. Поэтому из новой линейки Colorbox я обязательно приобрету этот бальзамчик и его опробую. Ну и следующее, что я также планирую заказать, это жидкость для снятия макияжа с глаз. У меня сейчас есть вот такая вот баночка. У меня еще осталось приблизительно где-то половина, но, возможно, я приобрету, посмотрим. И последнее, что меня заинтересовало, это, конечно же, помады из серии The One, супер матовые новинки. Здесь всего их 5 цветов. Я, конечно, планирую заказать вот такой вот цвет нежная фиалка. У меня есть уже помада из такой линейки. Здесь мы с вами сейчас откроем и посмотрим. Вот такая вот помадка. Это у меня цвет Resolute Red. Если я не ошибаюсь, это красный рубин. Давайте мы с вами ее протестируем. Помадки здесь осталось не очень много, как вы видите. Что хочу сказать про данную помаду? Это единственная, первая помада суперстойкая, которая не сушит мои губы.
И это очень большой плюс. Я, конечно, не ожидала. У меня были стойкие помады от других компаний, абсолютно не бюджетные, кстати говоря, но при этом они сушили мои губы. Вот такой вот цвет сейчас, вот он, практически совпадает с цветом в каталоге. Вот такой вот цвет, достаточно приятный, алый. Действительно держится очень долго. Если вы, допустим, чуть-чуть подкрашиваете в течение дня, то будет она держаться у вас практически не только 12 часов, но и, скорее всего, все 24 часа. Помадка действительно очень достойная и увлажняет губы, держится долго. И, в принципе, стоимость ее, вы видите, 460 рублей, но по скидке она будет за 179 рублей. Считаю, что это выгодная покупка, так как сейчас в рыночном сегменте именно качественных помад по себестоимости не так много. То есть есть помады, да, брендовые, прям вот супер брендовые, дорогие, при этом они, конечно, абсолютно либо нестойкие, если они заявлены, да, как суперстойкие, либо они просто некачественно сделаны и так далее. Но при этом, то есть вы платите деньги и получаете кота в мешке. Здесь качество продукции, конечно, гарантированное. Вот конкретно именно данной помады. Серия линейка The One также считается бюджетной. И помады, конечно, достойного качества. Ну что же, в принципе, вот все, что я вам хотела сказать. Листайте уже следующий каталог. Вот, опять же, я уже говорила, что будет новинка. Не знаю, буду тестировать эту водичку, посмотрим. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, я не планирую, конечно, покупать этот наборчик, но, может быть, для кого-то он будет выгодным. Обратите внимание, 499 рублей и здесь 6 средств, куда входит, кстати, смягчающий бальзам, который я вам уже показывала. Здесь он идет с черной смородиной. Так что обязательно попробуйте, протестируйте и берегите себя и свою кожу. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока.